Всем привет! Сегодня у нас очень необычный выпуск, он будет весь про еду. И не только про еду, которую мы будем есть, а как мы будем ее готовить. У нас сегодня в планах приготовление 9 блюд, потому что приехали мы на Cooking Class. Нёман нас привез на местный рынок, пойдем смотреть продукты. Что это? Это заправка для салата. Она острая? Да, острая. Острая и сладкая. Кисло-сладкий соус. Это хикама, как ямс или картошка. Можно есть сырой. Без приготовления. Просто ты открываешь его и можно есть. Это... Мы называем его сладкий картофель, который можно есть, получается, сразу. В балийском и индонезийском языке называется одинаково. На английском для салата. Зеленая фасоль. Зеленая фасоль для салата гадо-гадо. Мы ее постоянно покупаем. Чили. Мы используем этот. Большой. Не маленький. Я часто такой покупаю. И такой, и такой. Маленький острый. Мы используем оба для острого соуса. Это лима, а это лайм, да. На английском просто лайм. Но на балийском языке лима. Но размер разный. Разный вкус, разный размер. Наси чампур. Да, наси чампур, смешанный рис. Мне нравится. Тунец в банановом листе, приготовленный на пару. Мы называем это пепес. Всю рыбу, что готовится в банановом листе, мы называем пепес. На кулинарном классе вы будете их готовить. Банановый лист и тунец внутри. Сначала готовится на пару, потом на гриле, чтобы банановый лист потемнел. Хороший запах, да. Это тоже завернуто в банановый лист, но называется по-другому. Это называется тум. Может быть с мясом, свинина или курица. Выглядит вот так. Готовится без гриля, только на пару. Мы называем это тум. Тум со свининой, тум с говядиной, тум с курицей. Ну а это пепес. Рыбный пепес. Потому что рыба внутри. Все рыбу, приготовленную так, мы называем пепес. Яйцо, кровь и рис. Да. Это называется арет. А это называется урут. Интересно, что в России продается такая же. Да, а еще в нее можно добавлять тофу. С тофу вкусно. Мне нравится. Да, с желтым соусом. Что это такое? Это листья касапа. Используется при приготовлении баби гулинг, жареной на вертеле свиньи. Готовится внутри свиньи и получается салат. И добавляется много желтого соуса. Всегда при приготовлении баби гулинг добавляются эти листья. Прежде чем поместить внутрь, их нужно кипятить, может быть, 10 минут. А потом нужно размять солью. Да, мы как баби гулинг когда-то пробовали, и там внутри вот эти вот подавали зелененькие листики. 10 минут их варят, а потом внутри свиньи варят на вертеле. Да, а после этого добавляешь желтый соус и кладешь внутрь. Получается отличный салат. А это баклажан. Это маленький баклажан. Он хрустящий. Можно есть сырым. У нас есть баклажан 4 цветов. Белый вот есть и зеленый. It's the same, yeah. Получается, это тоже кабачки. Вот это кабачки, баклажаны и баклажаны. Я их всегда путаю, в общем. А эти готовые можно есть в сыром виде, говорит. Вот эти можно есть сырыми. Можно есть просто так, с острым или ореховым соусом. Интересно. Обязательно попробуем. Да, классные. Мне нравятся. Кокосовое масло. Когда покупаешь кокосовое масло, нужно выбирать прозрачное. Да, всегда покупаем кокосовое масло. На кулинарном классе мы будем его использовать. Обычное хорошо подходит для жарки бананов, куриной печени. Но для соуса нужно не подходит. Нужно выбирать прозрачное. Но оно более дорогое. Да, обычно да.
Мы его обычно в супермаркете покупаем. А это я знаю, это мандарины. Ньоман, спасибо тебе за то, что показал это место. Мы тут рядом живем и даже не знали, что тут такой рынок есть. Да. Подобный местный рынок ты можешь найти в любом районе. Но в Убуде местный рынок намного меньше. Рынок меньше, а фрукты и овощи тут посвежее. А в Убуде цены подороже. Потому что в Убуде много туристов. Туристические цены там. То, что тут стоит 10 тысяч, там может стоить 20 тысяч. И тут свежее. А еще тут почище. Это действительно очень хорошее место. Это чайот. Чоко? Чайот или чико? Для супа. Это овощ. Есть такое балийское блюдо – джукут джипан. Джукут значит салат или суп. Джипан – название овоща. Будете сегодня делать суп с чайотом, курицей и желтым соусом. Сырым нельзя есть. Когда покупаешь, выбирай хороший, как этот. Молодой. Этот молодой. Просто кожуру нужно срезать. Мне вот такой нравится. А, такое уже пробовал. Это оно и есть. Да то же самое. Я такое пробовал в ресторане. Это очень легко сделать так. Может, 20 минут с курицей. Мы обычно используем молодой джекфрут со свининой и говядиной или уткой, потому что нужно долго готовить. Вот молодой джекфрут. На вкус похож на огурец. Да, похоже на огурец. На Бали мы называем его джапанг. Не джапан, а джапанг. Постоянно используем на Бали. Вот джапан можно, получается, варить, использовать в салатах. В общем, берем на заметку. Selamat pagi. Selamat pagi. Что это? Eggplant, bitter melon or bitter gourd. Это можно сырым есть. Можно есть и сырым, но маленькие, очень горькие. Для омлета, супа или салата? Для омлета? Интересно. Такой, наверное, можно и сырым есть. Хорошо для диабетиков. Но горький. А маленькие очень горькие. Горький огурец его еще называют. Он действительно горький. И чем меньше он, тем горче, судя по тому, что сказал Ньоман. А это желтый соус или волшебный соус? Мы называем это волшебным соусом, потому что с этим можно все приготовить. С желтым соусом можно сделать карри, курицу карри, тофу карри. Просто добавь кокосовые сливки. Это лавровый лист. Обычно добавляем лавровый лист и лимонграсс. Лавровый лист и лимонграсс к желтому соусу. Это желтый соус. По-балийски. Мы называем его. Ингредиенты для приготовления желтого соуса. Галангал, малый галангал. Куркума. Имбирный, чеснок и чили. А затем добавляется лавровый лист и лимонграсс. Не забудь положить перец со специями с солью. Почти все. Ага. Вы это будете делать на уроке. Все ингредиенты нужно измельчить. Я такой соус в супермаркете покупал. Ага, значит, уже пробовал желтый или волшебный соус. После того, как измельчите, нужно будет толочь его в ступе. Это лимонграсс и лавровый лист. Хоть посмотри, как лимонграсс выглядит в природе. Я, честно говоря, никогда внимания не обращал. В балийском языке это называется сри. Вот то называется сри, а вот это называется сарео. А что это? Это можно использоваться для желтого соуса. Много для чего. Короче, да, намешано все, размешаешь в воде, получишь соус. Классика.
Да, в балийском языке это называется сри, а это сарео. Сарео означает крекер. Крупук, я знаю. Крупук. Крупук. Удан, как крупук пис, как крупук качан, пинат. Крупук. Водный шпинат. Водный шпинат какой-то. Обычный шпинат и водный шпинат. Обычный шпинат мы будем использовать для гадо-гадо сегодня. Его можно использовать для салата. Очень легко делается за несколько минут. Чеснок, соль, перец и готово. Буквально 5-10 минут. Измельчаешь и готово. И хорошее кокосовое масло, конечно. Это молодой джекфрут для супа. А, молодой джекфрут. Для супа используется. С говядиной или свининой. Очень долго готовится. О, 2 часа надо варить молодой джекфрут и вместе с супом, со свининой, с курицей. 1 или 2 литра воды. На маленький пакет. И всегда с желтым соусом. И всегда с желтым соусом, да. Вот то все для церемоний. I understand, yeah. Тут целая секция для церемоний получается, всяких разных. Мы много украшаем к празднику Галанган. Пинджор? Да, да. Делаем пинджоры. Празднуется целый месяц. Каждые 6 месяцев. До 7 утра здесь самая активная, сейчас уже 9, поэтому мало что открыто. Здесь мясо немножко продается, даже, может быть, рыба есть. Надо приезжать утром посмотреть, да. Because the small trader come here to buy something and then he sell again in his shop like that. It's small warung, small market. Много что закрыто, потому что церемония сегодня. Церемония. Жареный темпе. Вы такое будете делать сегодня. Это жареный темпе с арахисом. А вот это вот что? Это салат. Вы такой тоже будете делать. Лалапан? Нет, лалапан это не приготовленный. А это уже приготовленный. А вот этот уже приготовленный. Тут стручковая фасоль, соя пророщенная, шпинат еще. Шпинат, пророщенная, соя, куча всего, это варится 2 минуты, и получается вот такая штучка вкусная. С желтым соусом и кокосовым кремом. Это очень легко готовится. Любые овощи можно использовать для приготовления балийского салата. Мы называем это юкут урам. Юкут урам. Джукут означает салат. Урап означает, что разминается руками. Это почти такой же аджи салат, но другое название. С кровью. С молодой папайей. С кровью и молодой папайей. Мы называем его лавар. А, лавар. Лавар. Я знаю название, но пока не пробовал. Обычно отбывает с измельченной курицей или свининой. Сырое мясо с соусом. Ага, ферментированное получается. Это подношение. Мы называем это чинант. Делается и кокосовых листьев. И любые цветы добавляются. Обычно с 3 разными цветами. Очень красиво всегда. 3 разных цвета — это символ 3 богов. Брахма, Вишну и Шива. 3 цвета. И их располагают в нужную сторону света. Север, юг, восток и запад. А в середине обычно листья пандан. А вы знаете, что балийцы обычно готовят 1 раз в день? Одно меню на весь день. Одно меню. Готовят 1 раз рано утром на весь день. Одно меню на завтрак, обед и ужин.
Но после приготовления мы делаем подношение с рисом. Мы делаем подношение, как это с небольшим количеством риса. Но когда мы делаем маленький, мы позволяем есть животным. А когда мы делаем большие, например, когда у нас большая церемония, то можно есть после. Маленькие — для животных. Это означает, когда мы наслаждаемся чем-то вроде завтрака или обеда, мы разделяем это с животными. Но немного. Видели, наверное, перед воротами или храмом. Немного риса на банановом листе. Но с рисом только один раз в день. Вот смотри, это готовое. Обычно бывает с кофе, чаем, и вода, и сигарета. Это полностью готовое. Но только один раз, когда мы готовим рис. Если не закончили готовить, с хлебом. Трижды в день, да, но рис только один раз в день. Иногда мы кладем деньги сверху. Это называется чананг сари. Обычно с деньгами сверху. Что Бог дал мне? Мы работаем за деньги. Мы сделали усилий, получили деньги. Но небольшие деньги, а то украдут. Да, это значит, я успешный. Что Бог дал мне? И я благодарен. Большие подношения делают на большие церемонии. Такие праздники могут длиться, например, церемония храма, 3 дня. Подношения делаются на каждый день, и утром делается новое. Делаем снова 3 раза. I saw in the big ceremony it's big. Да, на Бали очень много церемоний. Это листья пандан. Листья пандан используются для подношений. А еще для вкуса десертов. Когда будете делать черный рисовый пудинг, мы используем листья пандана для хорошего запаха и вкуса. И еще дает зеленый цвет. Кстати, что обычно используется в зеленых балийских блинчиках? Зеленые блинчики? Да, используется лист пандан. Вот это тот самый краситель, который используется для подкрашивания в зеленый цвет множества балийских рецептов. И еще используется для подношений. Может, видел такой десерт? Дадар гулунг, как рулет. С кокосом и сиропом из пальмового сахара. Вот это те самые овощи, которые мы смотрели. Да, вот это измельченный чайот. Вот это прям must have, мне кажется, должно быть очень круто. Пророщенные бобы. Мы используем их в классе тоже. Это ингредиенты для желтого риса. Это с желтым соусом. Это с томатным соусом. Вот этот с помидорами. Кунин. Куркума, да. Делается желтый рис, получается, который называется кунин. Кунин на си. Помидорный. Прикольно. Это ингредиенты для желтого соуса. Ингредиенты для приготовления желтого соуса. Это галангал. Основной ингредиент для приготовления желтого соуса. Его больше, чем других. Нет. Полезен для кожи. Вы можете почувствовать его запах. Когда смешиваете желтый соус, чили добавлять не обязательно. Потому что ингредиенты уже острые. Как этот основной ингредиент? Мы называем его галангал. А это малый галангал. Или ароматический имбирь.
На Бали используется для детской присыпки, смешанной с рисом. Больше на сырую картошку похоже по запаху. Lesser galangal or aromatic ginger. Like a potato. Yeah. In Bali we use for baby powder, mix with rice, like nyam 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 like that. Yeah. There we wrap. Маленьким детишкам делают его с рисом. Yeah, until now. Really. Галангал, малый галангал, куркума. Turmeric or kurkuma. Галангал. Галангал. Lesser galangal. Yeah. Turmeric or kurkuma. Имбирь. Ginger. Основные ингредиенты для желтого соуса, который мы сегодня будем готовить. Галангал, лесер галангал, turmeric or kurkuma and ginger. Чеснок. Чеснок. Красный лук. That's one, the red one. Salad. Yes, salad. And then chili. И чили мы используем красный. А потом лавровым листом. With bay leaf or salam leaf. Лемонграсс. Yep. Lemongrass. А потом специи с солью и перцем. With salt and pepper, this one. Вот эти вот. Ладаку. I remember you. Ладаку. Yes, саджику. А это приправа для жареного риса. Yes, nasi goreng. It's very simple. Это все ингредиенты для приготовления желтого соуса. Галангал, лесер галангал, turmeric, ginger, garlic, salad and chili. And then with bay leaf and then with lemongrass and then with salt and pepper. A lot of ingredients. Yeah. Small sauce. But the main ingredient for making the sauce is galangal. Okay. Это кокос. Yes, all coconut. Это для подношений. Для предношений. Мы ставим, например, для маленького храма, yeah, как like этот. Small temple like this. Yeah. Okay. All one soft half of one temple. We put inside. This is symbol of a one. We put everything on the bucket. Okay. Да, маленький храм, как этот. Но мы меняем каждые 6 дней или раз в месяц. Мы делаем новый снова хорошо. Это хорошо для приготовления кокосового масла. Но для салата нехорошо, слишком старый. Слишком много масла. Когда покупаешь кокос, нужно смотреть на кожуру, она должна быть зеленой. Хорошо, это молодой джекфрут. Джекфрут для салата и для супа. Хорошо, это темпе. Суперфуд. Темпе бин кад. Топу бин кек. Темпе. Ферментированные соевые бобы. Ферментированная соя. И тофу тоже ферментированная соя. Тофу более дорогой. Тофу, Майк. Да, темпе. Да, темпе. Да, around this one 10,000 or 5,000 or 10,000, maybe тофу 15. Получается, yeah, тофу дороже, чем темпе, почему-то. Белый рис. Белый рис мы собираем три раза в год. А это липкий рис. Это липкий рис. Для десертов. Липкий рис for the desert, or something like that. Липкий рис. Попробуйте блинчики из липкого риса. Мы собираем урожай 2 раза в год. Также красный рис, черный рис. Обычный рис урожай 3 раза в год. Липкий и черный рис 2 раза в год. Соя. Кичан. Качан. 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 Арахис. Да, да. Не чищенный. Его можно пожарить, будет чищенный. Соя. Кофе паудер. Коричневый сахар. Пальмовый. Это традиционные балийские блинчики. Вы можете найти их везде. Они с листьями пандан. Из липкого риса. Черный рис. В кулинарном классе. Вы сделаете черный рисовый пудинг с кокосовыми сливками. Этот с бананом внутри. Это все из липкого риса. Обычно все с кокосом и сиропом из пальмового сахара. Yeah,
Ферментированные утиные яйца. Это соленые яйца, да? Соленые, ага. Соленые, про соленые яйца ферментированные. Ни разу не пробовали, мечтаю попробовать как-нибудь. In Bali we call it telur asin. Telur asin. Telur asin. Telur egg asin salt. Salt. Yes, fermented. Maybe you need. Нужно примерно один месяц. Три недели или четыре недели. 3-4 недели сосаливают. Один месяц хорошее качество. Утиные яйца. Duck egg. Yes. It's not chicken egg. Not chicken egg. This is fresh duck egg. Balinese chicken egg, a small one. Small. Это Balinese яйца балийских куриц. Chicken egg. Okay. Yeah. Balinese chicken egg. Chicken egg, the red chicken. Yeah. Классные маленькие яички такие. Quail egg. Yeah. Quail egg. Перепелиные. Yeah. Quail egg, small one. We're making meatball. Yeah. Baksu. Yeah. Балийские яйца, говорит, дороже, чем это, чем, ну, заводские. Ну, получается, это домашние и домашние яйца и магазинные. Это все для подношений и церемоний. Для украшений на церемонии. А еще можно в ванну насыпать. Тыквы, банановые листья, чтобы делать пепес. Батат. Да, мы такой часто покупаем. Можно готовить на гриле и на пару. Невероятное количество полезной информации. Он нам рассказал столько всего. Я думаю, даже с точки зрения финансов мы свой сегодня кукинг-класс купили уже многократно. Во-первых, мы знаем чудесный рынок прямо рядом с нашим домом. Во-вторых, мы знаем массу интересных фруктов, овощей, специй. Не знаю, тут можно каждый день, наверное, приходить и перепробовать разные полезные вкусности. My wife Наталья. Наталья, hello. Nice to meet you. I'm Oman. This way, please. Yeah. Кухня какая красивая. Светлая. Русья. Русья. Have a seat, please. This is for your wife. Yeah. Thank you. Okay, enjoy. Okay. У вас есть какая-нибудь аллергия? Not yet. Нет, пока нет. Это обычный имбирь, все знают этот имбирь. А это куркума. Мастер специй куркума. Это специи не только для готовки для нас. Мы используем его также для нашей фитотерапии и косметики. Во-первых, галангал. Текстура такая твердая и сухая. Хорошо помогает при проблемах с мышцами. Если у вас есть проблемы, может быть, после похода или после спортзала, если вы чувствуете боль в какой-то области, нужна просто терка и галангал. Натереть, а потом смешать с морской солью. А потом приложить это на свою болевую зону. Вы можете делать это 3 дня. Но если через 3 дня не станет лучше, звоните своему доктору. Это значит, что это слишком серьезно. Вы должны получить помощь профессионала. И вкус, я хочу, чтобы вы попробовали. Это наш малый галангал. Вы можете взять один и попробовать немножко. Немножко, пожалуйста. Похож на имбирь. Да, имбирь, но сильнее, да. Поэтому, когда вы продолжаете жевать, вкус становится сильнее. Да, вы можете положить сюда. Вы можете поставить его здесь, если вы не можете съесть все это, да. Когда ты продолжаешь жевать, вкус становится сильнее. Тебе это нравится? Хорошо, так что у нас есть он, чтобы закончить все это. Если вам нужна вода. У нас есть стаканы и вода в диспенсере, так что вы можете брать столько, сколько хотите. Это минеральная вода, не переживайте. Следующий нам понадобится. Не совсем имбирь, но похоже. Обычный имбирь. Все знают имбирь. Мы любим делать чай с ним. Имбирный чай. Мы любим сочетать вместе с лемонграссом. Имбирь и лемонграсс мы любим заваривать. Вместе, а затем мы любим подавать с медом. Поэтому, когда мы пьем его, это очень согревает. Согревает наше тело. И помогает нам с пищеварением. Вот почему я не предлагаю пробовать имбирь. Все знают вкус имбиря.
так что мы пропустим дегустацию. Следующий малый галангал — сладкий имбирь или ароматический имбирь. Этот малый галангал очень хорош при кашле. Когда у тебя кашель, можно просто жевать и глотать. Сразу предупреждаю, вкус не очень. Все полезное и невкусное. Поэтому, если вы не хотите это есть, просто смешайте его с рисом. А потом наденьте на шею и грудь. Это даст вам ощущение тепла снаружи. Это также хорошо, чтобы ваша кожа стала гладкой. Лицо твоя кожа уже очень гладкая. Сделать его более гладким. Смешайте его с сырым рисом, а затем нанесите на лицо. Как маска для лица. Вы почувствуете себя тепло, а затем покалывание. Не переживайте, так и должно быть. Потому что, чтобы быть красивой, нужно пострадать. Нет боли, нет красоты. Нет боли, нет результата. Да. Я хочу, чтобы вы попробовали этот малый галангал. Да, маленький кусочек. Вкус другой и не очень, да. Это наш малый галангал. Тебе нравится? Интересный вкус. Немного мороженое напоминает. Как молоко, может быть, да. Немного крахмалистая, немного крахмалистая текстура, да. Отличается от последнего, последний. Очень жесткая текстура. Но это немного крахмалиста. Дальше куркума. Мастер специй. Куркума очень полезна, когда вы находитесь в зоне загрязнения, так как на Бали. Мы любим пить его как сок, поэтому мы смешиваем его с водой, а затем процеживаем. Добавляем немного сока и пальмового сахара, чтобы было вкуснее. Мы называем это джаму. Слышали раньше о джаму? Его также можно делать из порошка куркумы, а потом лайм и лимонный сок и мед. Поэтому, когда вы пьете, он очищает все внутри. Почистим свои легкие. Особенно если вы курите или живете в зоне загрязнения. Это хорошо для балансировки вашего здоровья. Очищает легкие. А также очень хорошо для девушек в период, да. Поэтому, когда у нас месячные, меньше судорог, меньше боли. А еще улучшает настроение. Вы должны попробовать. Очень хорошо для нашей иммунной системы. Я дам вам попробовать. Это как морковь, но немного горький. Красит очень сильно. Пожалуйста, жуйте не передними зубами, потому что цвет очень сильный. Все это совмещаем. Все эти специи, все совмещаем с луком, шалотом и чесноком. Никто не против лука и чеснока? Это основа всего. Еще нам понадобится свечной орех. Свечной орех, который можно заменить орехом макадамия. Это не обязательно, если вы не можете найти, все в порядке. Вы можете пропустить это. Нам нужен также большой перец чили. Любите острое? Да, да. Этот не такой острый, извините. Только для того, чтобы добавить цвета для соуса. А вот этот острый. Вот маленький действительно острый. Маленький, но опасный. Будь осторожен с этим. Мы его называем рауит. В других странах. Его называют птичий глаз чили. Это наш острый перец чили. Мы любим его готовить. И просто подаем на стол отдельно. Любители острова могут добавлять его сколько захотят. Но не очень много, а то испортите себе выходные. Держите животы в безопасности. Еще нам понадобится лемонграсс. Его нужно измельчить. Для приготовления желтого соуса нужно 3 шига. Первый — измельчение. Нарезаем все на мелкие кусочки, а потом растолочь. По-балийски, без миксеров и измельчителей. Нам потребуются только мускулы. Нужно все растолочь в гладкую текстуру. И третий процесс — приготовление.
Мы обжариваем все с кокосовым маслом. Да, сегодня у нас будет много кокосовых продуктов. Кокосовое масло, кокосовое молоко и тертый кокос, так что без молочных продуктов. И без сливочного масла. Это все для желтого соуса. Есть вопросы о желтом соусе? Тогда следующее. Мы сделаем споджамур, прозрачный грибной суп. Этот гриб можно заменить любым грибом. Гриб шитаке, масляный гриб, но обратите внимание, не волшебный гриба, или после этого вы будете на вечеринке. Это грибы. Нам также понадобится брокколи. А потом нам нужна морковь и стручковая фасоль. Нам также нужен зеленый лук и сок лайма. Это обычный размер нашего обычного лайма. Тут все маленькое. Нам тоже нужен лист кафрского лайма. Кафрский лайм отличается от обычного лайма. Кафр-лайм меньше и более морщинистая кожура. Очень мало сока, но очень сильный вкус от кожуры. Мы дадим попробовать кафрский лайм. Он с нашего сада, так что вы можете есть с кожурой. Это наш кафрский лайм. Мощный лайм, да? Маленький, но сильный. Когда будем готовить, положим все кожуру. Это добавит вкуса. Суп мы будем варить на курином бульоне. Никто не против курицы? Курица и тунец сегодня. Следующее блюдо — сате. Куриный фарш на бамбуковом палочке на гриле. Балийский куриный сате. Уже пробовали балийское сате? Нам потребуется фарш из куриной грудки. Еще нам потребуется тертый кокос. Мы приготовим его для вас, потому что на его приготовление уходит несколько часов. Нам также потребуется кафрский лайм. Волшебный соус, который мы должны сделать в первую очередь. Да, мы все смешиваем и размешаем на палочках, а потом гриль. Очень-очень вкусно. Теперь вы будете знать, как это сделать. Следующий пепес. Тунец на пару в банановом листе. Для пепесна нам нужен помидор, тунец, лимонный базилик и лайм. Мы будем мариновать все с желтым соусом. А потом мы будем заворачивать в банановый лист. Если вы не можете найти банановый лист, можно сделать в бумаге для выпечки или в алюминиевой фольге. Все, что сможете найти в вашей стране. Попробуйте лимонный базилик. Мы называем это камани. Это лимонный базилик. Хорош для рыбного меню. Потому что это придает рыбе свежий вкус. А также хорошо для мохито. Мохито с лимонным базиликом. Следующее блюдо. Жареный тофу и темпе в сладком соевом соусе. Уже пробовали темпе? Суперфуд. Да, супереда. Это сделано из сои. Соя сначала варится. Потом смешивается с дрожжами и хранится в темноте для ферментации. 3 дня. Вот почему соя становится таким вот блоком. При покупке темпе выбирайте белый. Не покупайте, если он коричневого или, может быть, любого более темного цвета. Потому что многие говорят, что им не нравится темпе в их стране. Из-за цвета, потому что цвет. Вкус слишком сильный. Не всем он нравится. Свежий темпе, белый цвет. Безвкусный. Безвкусный, но он дает текстуру. Тофу мягче. Я думаю, вы можете найти его везде. Нам нужно нарезать и обжарить их во фритюре для этого блюда. Но мы уже поджарили его для вас. Потому что у нас есть помощники. Ваша работа будет смешать его со сладким соевым соусом. Мы называем его кетчап манис. Еще добавим соленый соевый соус, а затем пальмовый сахарный сироп. Вкус очень приятный. Дети любят очень это блюдо. Мой сын его очень любит. Не надо ему никаких куриных наггетсов. Следующим мы сделаем тушеная курица с чайотом и желтым соусом. Вы уже пробовали чайот? Это чайот из семейства кабачков с высоким содержанием клетчатки. Хорошо для пищеварения и помогает при гипертонии. Для приготовления. Нам нужно разрезать его пополам, а потом кожу очистить и слегка вскипятить, потому что в нем так много жидкости. Если ты прикоснешься к нему, он будет впитываться очень быстро в кожу. Немного зудит и липкий.
не очень приятный. Поэтому мы уже вскипятим его для вас. Это будет безопасно для ваших рук. Позже мы будем готовить вместе с курицей и желтым соусом. Снова волшебный соус, да. Все с волшебным соусом. И следующее блюдо. Мы сделаем гадо-гадо. Вы знаете гадо-гадо? Вам нравится? Нам нужно смешать овощной салат с арахисовым соусом. Нам потребуется капуста. Еще нам нужен огурец. Ростки фасоли. Это наши пророщенные бобы. Нам тоже нужен другой овощ, да. Надеюсь, ты тоже сможешь найти. Длинная фасоль или змеиная фасоль или километровая фасоль. Потому что иногда она бывает даже длиннее этой. И это похоже на нашу зеленую змею. Если вы видите, что что-то подобное висит на больших деревьях, не на деревьях, где она растет. Бегите. Она ядовитая. Это одна из ядовитых змей, которые есть у нас на Бали. Так что это наша длинная фасоль. Содержит много витамина Е и очень полезна для кожи. Используется в косметике. Да, наша еда — это наш уход за кожей. И для орехового соуса гадо-гадо нам потребуется наш блендер. Та-дам! Без проводов, без батареи. Нужны только руки. Нам потребуется чеснок, а затем еще маленький перец чили. Вы не против немного чили? Уверены? Хотите попробовать? Нет? Ну ладно. Обойдемся без дегустации. Еще нам понадобится свечной орех или орех макадамия. И еще малый галанган. Вместо ботокса. Еще нам потребуется арахис, жареный в масле. Это даст на цвет и текстуру. Я покажу вам, как делать ореховый соус. Сначала все перемешиваем. Все перемешиваем. Свечной орех, малый галанган и потом чеснок. Все это давим вместе с орехами. Как вы можете видеть, это легко, потому что арахис хрустящий. Когда консистенция получается такая, измельчается до такого состояния, мы начинаем тянуть и давить. Тянем без усилия, но давим со всей силы. Тянем и давим, как спортзал. Балийский спортзал на кухне. Времени у нас на спортзал не хватает, так что вот наша тренировка. Когда мы делаем такое, можно еще двигать бедрами. Становимся стройнее, детка. А также хорошо для ваших рук. Делает твои руки сильнее и заставляет вашего мужа бояться вас. Вот такая вот текстура. Когда арахис начинает налипать вот так, добавляем немного воды. А затем продолжайте нажимать медленно, но все еще сильно. Тянем и давим, пока консистенция не станет однородным, как арахисовое масло. Я покажу вам окончательную текстуру, которая нам нужна. Вот такая вот мягкая, как арахисовое масло. Когда она станет такой, это еще не все. Вы должны приготовить его больше с большим количеством воды. Со сладким соевым соусом, соленый соевым соусом и сахарный сироп из пальмы. Вкус будет очень приятный. Вам понравится. Я не закончила, это ваша работа. Вот наш арахисовый соус. Это для гадо-гадо. Следующее блюдо. Много еды на сегодня. Так что подготовьте свою энергию и подготовьте свои желудки. Выносливости живот, да, чтобы готовить и есть. Балийский овощной салат. У нас есть шпинат. Да, ты можешь заменить. С любыми зелеными овощами, которые вам нравятся. Нам также нужна длинная фасоль, а также пророщенные бобы. Все эти овощи должны быть приготовлены. Мы их измельчим и смешаем с желтым соусом. Все с желтым соусом. Это наша заправка для нашего салата. После большого количества еды мы сделаем десерт. Пудинг из липкого белого и черного риса. Черный рис и белый липкий рис. Это особый рис для приготовления торта или десерта. Если вы найдете только черный рис, не готовьте только с черным рисом, потому что текстура такая грубая, а также такая сухая, да. Для пудинга мы должны смешать их вместе. А позже будем готовить с листьями пандан. Листья пандан нужны для придания вкуса нашему напитку.
И это сделает наш десерт ванильным. Это та же функция, что и ваниль, но вкус отличается. Это тоже хорошо для создания цвета, как маленькие блины, которые вы пробовали раньше. Это дает зеленый цвет. Нам также нужен натуральный пальмовый сахар для сладости. Пальмовый сахар из пальм. Но не та пальма, из которой делают пальмовое масло. Это особое дерево для приготовления сахара, а также местный алкоголь. Вы пробовали местный алкоголь? Мы называем это арак. Еще туак. Сильный, да. Если вы хотите попробовать арак, одна рюмка. Не вся бутылка в одного. Немножко. Одну рюмку, потому что мы делаем это традиционным способом. Мы не знаем, сколько алкоголя содержит. Так что это все еще сюрприз. Иногда 30, иногда 40, иногда 60. Мы никогда не узнаем. И для сладости мы используем пальмовый сахар. Это наш пальмовый сахар. Это как карамель. Хороший. Это наш сахар. Тебе нравится? Первый раз пробую. Мы уже вскипятили 1 килограмм твердого сахара и 1 литр воды, так что это похоже на текстуру сиропа. Да, так что будет легко добавить смесь в еду, да. Теперь мы закончили с объяснением ингредиентов. Прежде чем мы начнем работать, я покажу вам, как мы делаем рис традиционным способом. Добро пожаловать в нашу балийскую сауну. Мы здесь готовим, и здесь очень жарко, как в сауне. Это то, как мы делаем рис традиционным способом, с процессом пропаривания и на дровах. Воды в пароварке немного, чтобы не брызгало, когда кипит. Нам также нужна бамбуковая корзина, чтобы держать рис внутри, и глиняная крышка. И рис здесь, вы можете посмотреть. Это белый обычный рис, который мы едим каждый день. 3 раза в день. На завтрак, обед и ужин. Все с рисом, да. Для нас нет риса, нет сил. Рис — это сила. Даже у нас был хлеб, даже у нас была картошка или, может быть, лапша. Через 30 минут мы снова чувствуем голод. Нам нужен рис, чтобы мы чувствовали себя сытыми. Вот какой может быть обычный рис в другой стране. Они называют жасминовый рис. Это наш обычный рис для нашего основного блюда. Позже мы приготовим здесь тунца, который заворачивается в банановый лист, в этой же пароварке. Мы будем готовить все здесь. Мы будем готовить на гриле. Тунца. Пары гриль, двойной процесс, один вкус, дымный вкус. Как долго готовится рис? Примерно 45 минут. Я имею в виду, что вам нужно перемешивать это все время. Нет. Сначала мы промываем рис. Затем замочить его в воде на несколько минут. А потом парим сначала. 10 минут. Через 10 минут. Мы вынимаем рис и кладем его в большую миску. А потом смешиваем с горячей водой. Из пароварки. Но не в огне, а снаружи. И рис увеличивается в 2 раза. Когда стал больше, мы будем парить его снова. Это второй этап пропаривания. Нам нужно от 25 до 30 минут, чтобы сделать его готовым. Сделать его мягким. Столько труда и только для риса. Вот почему многие люди предпочитают использовать только один палец. Нажмите кнопку и все. Готово. Рисоварка, да. Очень традиционная версия. Поэтому мы все еще любим делать это традиционным способом. Но мы используем рисоварку, чтобы он оставался теплым в течение всего дня. Потому что наша семья любит теплый рис. Так что все готовится в большом количестве. Рис, белки, овощи в большом количестве. Поэтому всякий раз, когда кто-то в семье чувствует голод, они будут есть сами. Так что нет времени на еду вместе с семьей. Какой запах вкусный. Каждый день.
Ну, запах крутой от орех. От орех прям такой аромат идет. Тут, конечно, тоже, но... Нужно нарезать мелкими кубиками. Никто не против семян кориандра. Вкус сильно отличается от листьев. Если вам не нравится лист кориандра или кинза, это будет хорошо. А потом белый перец. Одна чайная ложка, а потом черный перец. Итак, семена кориандра, белый перец. Черный перец, а затем гвоздика. Только один. Только один, потому что он очень сильный. Теперь мы идем в спортзал. Все выкладываем сюда. Все будем толочь этой деревянной палкой. Так что мы должны разбить его вот так на гладкую текстуру. Но не так гладко, как арахисовый соус. Нам нужно немного более крупно, как гуакамоле. Лупи, вы можете представить кого-то, кто вас злит. Это сделает тебя сильнее. Весь цвет переходит в воду. Не переживайте. Это не грязь, это цвет, который нам нужен. Да, если темнее. Чем темнее, тем лучше. Мы начнем готовить сейчас, потому что это требует времени. Так что после вашего обеда будет готово. Это готово, не нужно больше ждать десерта. Так что мы будем готовить его сейчас на сильном огне, чтобы он закипел, и мы добавим лист пандан. Да, это лист пандан или ваниль. Просто немного пандана или ванили. А потом соль только для уравновешивания вкуса. Мешай не переставая. Сбавим огонь. Девчонок вкуснее. А теперь давайте сделаем желтый соус. На сковороде у нас есть 3 столовые ложки кокосового масла. Да, когда масло нагреется, начинаем жарить. Чеснок пошел. Совсем чуть-чуть. Одна ложка пальмового сахара, чтобы сбалансировать вкус. Мы просто добавляем немного соли, потому что позже мы будем готовить этот соус снова с другими. Больше ингредиентов. Так что вы можете добавить больше соли позже. Когда соус отделился от масла, он готов. Этот желтый соус готов. Вообще не остро. В сковороде у нас 1 столовая ложка кокосового масла. Это кокосовое масло для всего. Когда масло нагреется, начинаем жарить. У нас есть чеснок, лук-шалот, зеленый лук, а затем лист кафрского лайма. Все выкладываем, когда масло нагреется. Это кладем сначала. Сначала делаем зажарку. Кладем грибы. А теперь у вас на столе есть бульон. Не могли бы вы добавить бульон? Да, к супу. Да, весь бульон. Порошок из белого перца. Просто немного порошка белого перца. Немножко белого перца. Это лук, жареный лук. 1 ложка. One spoon? Да. Фонтан.
Чапчхай. Ну, на вкус чапчхай, так что тебе понравится. Присоединяйся. На тарелке у нас помидор с тунцом. Лимонный базилик, лист и лайм. Немного. Это волшебный соус. Теперь нужна одна ложка жареного лука-шалота. Не могли бы вы добавить одну ложку жареного лука-шалота? Перцовый порошок. Перцовый порошок совсем немного. Потому что я никому не доверяю соль. Смешивай все. Конечно, желтый соус добавляет запаху. Он прям... Короче, магазинный соус не такой интересный. Он и пахнет хуже, и цвет у него хуже, чем тот, который сделали сами. Это то, что у нас возле дома продают в этих. Обращай внимание, завернутый на пару. Это вот оно и есть. Я все сделал правильно. Но если это курица, вы должны парить ее дольше. Это тунец на пару и гриле. Теперь время готовить балийский куриный сате. Твоя очередь снова, да. Готовить балийский куриный сате. На тарелке у нас куриный фарш. Что вы можете заменить? Любой фарш, который вам нравится. Добавим волшебный соус. Желтый соус везде. Никогда не обращал внимания, что в этих шашлычках так много кокоса. Вот оно, и когда есть, на них что-то волокнистое. Я никогда не думал, что это кокос. Даша их любит очень. Наш дочь очень их любит. Тебе нравится, да. Я даже не догадывался, что кокос был там в смеси. А потом 2 чайные ложки сахарного сиропа, чтобы сбалансировать вкус. Это просто пальмовый сахар, разведенный с водой. Который по вкусу как вареная сгущенка. Вот такая консистенция получается. Все хорошо? У тебя 8 штук тут. Ага. Сейчас проверю. Может, я съел одну? Ладно, давай сделаем из другой порции. Так вот, хорошо. Да, хорошо уже. Математик, блин. А сейчас смотри, какая-то большая одна почему-то. Кладем его на верхнюю часть этой палки вот так. Как леденец, а затем сожмите его. Нажмите, чтобы он распространился дальше. Вниз более тонкий. Ага. Убедитесь, что верхняя часть больше, но нижняя тоньше. Как форма барабанной палочки, да, вот так. Можешь такие делать из говядины. Баранина. Что угодно. Такая же маринация. Можно и... Такие же можно делать из тунца в кубиках. Но нужно немного маринования. Около 30 минут до приготовления гриля. Это то, что балийские мужчины готовят на церемонии. Более 1000 палочек. Может и 3000, и 4000. Очень красиво, да. Теперь ты умеешь их не только есть, но и готовить. Дома можно больше потренироваться. С каким-нибудь другим мясом. Соответствует техническому заданию. Выглядит красиво. Сате мы жарим на гриле, пока не потемнет. Так что этот цвет? Этот цвет не готов. Вы должны сделать его более темным цветом. Так что больше темного цвета по кругу. Больше темного цвета. Легко получить темный цвет, потому что мы добавили сахар в смесь. Это не готово. Сахар придает карамельный цвет. Выглядит горелым.
но горелого вкуса нет. Такой увёт должен быть со всех сторон. Сначала делаем зажарку опять. Ложка кокосового масла, два вида лука, перец и какой-то листик зелени. Всё. Что мы готовим? Тушеная курица с чайотом. Тот самый фрукт, который нас заинтересовал утром. Желтый соус. Реально, все блюда с этим желтым соусом, который готовил. Вот этот чай, чайоте, который похож на грушу, зеленый такой. С тыквой можно делать, с картошкой, с бататом. Принцип такой, это как тушеная картошка, но вместо картошки у нас чаоте, да, или сяоте, я опять забыл. Если добавить кокосовое молоко, будет балийское карри. Ты сказала кокосовое молоко. Ты имеешь в виду кокосовое молоко из магазина? Да, но если можешь сделать сам, еще лучше. А как это делается вообще? Это возможно? Самостоятельно сделать кокосовое молоко? Берется старый кокос и измельчается. Потом смешиваем с водой и процеживаем. Вот и все. Очень просто на самом деле. Иногда, когда ты покупаешь кокосовое молоко, оно бывает очень-очень густое. Если покупаешь готовое. Но если делать самостоятельно, то можно контролировать густоту. Спасибо. Это готово. Бульон уже выпаривается. Значит, готово. Это будем жарить в воке. Причем темпе уже пожарены, да, но мы теперь добавляем соус и пережариваем со специями. Так что у нас темпе будет дважды жарены. Это делаем в воке. Да, это сладкий соевый, он в любом магазине соевый соус. Темпе и тофу готово. Теперь пойдем делать салат. Желтый соус возвращается. Да, мы добавляем немного желтого соуса. Немного. Теперь одна ложка жареного лука-шалота. Когда носи чемпур, покупаешь? Пробовали нас чемпур. Одна ложка жареного чеснока. Так как это овощи, нужно немного больше соли. Выкладывайте все в одну тарелку. Наш салат готов. Сейчас будем делать гадо-гадо. Все овощи уже приготовлены. Еще тут у нас есть свежий огурец и жареный тофу. Ореховый соус. Кладу большую ложку. Это мой любимый салат. Если вы хотите сделать это как полноценную еду, просто добавьте вареную картошку и вареные яйца. Но сегодня у тебя будет рис. И другое меню содержит много белка, такого как курица или тунец. Так что у нас в салате только овощи. В салате гадо-гадо. И это означает, ваш урок приготовления закончен. Большое спасибо. Спасибо, что присоединились к нашему классу. Мы очень рады видеть вас здесь. Большое спасибо. Нам так жаль, что мы не встречаем вас как в пятизвездочном отеле. Мы принимаем вас как в семье. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что выбрали нас. Еда будет сервирована как буфет. Так что вы можете брать столько, сколько хотите. Сделай себе порцию наси чампур. Теперь вы можете снять фартук. Класс закончен. Теперь время обеда. Все, готово. Побежали пробовать все, что мы сегодня наготовили. Мне тяжело рассказывать, честно говоря. Слюни мешают. Это вот все, что мы сегодня наготовили. Начал я с риса. Рис мы не готовили, правда. Рис нам в подарок достался. Шашлычки, которые мы лепили. Это то, что мы делали из тунца и банановым листом. Да? Вот тофу и темпе. В кисло-сладком соусе, соевом, в общем. Это салат.
Я забыл, как называется этот салат. Вот это вот, собственно, гадага, да? И это, ну, что-то похожее на карри, но еще пока не карри. Вот такая красота. Мы уже должны были ехать домой, но начался дождик, и нам разрешили посидеть здесь на территории. Весь мастер-класс проходит на территории балийского компаунда, балийской семьи. Здесь несколько домов и вполне себе такая семейная обстановка. Очень все красиво и здорово. Сам мастер-класс нам тоже очень понравился. Жалеем, что не пришли сюда раньше. Если вы будете в Убуде, настоятельно рекомендуем его посетить. Если вы будете, как и мы, живете давно, то почему вы еще не сходили? Узнали для себя много нового интересного. Надеюсь, вы тоже. Вопросы, как всегда, пишите в комментариях. Мы побежали домой готовить что-нибудь из того, что узнали. Побежали, подождем. Ну, да. Черт.